Я думаю, Москва-Сити мало ракеты ебали. Больше было этих бизнесменов, чтобы, меньше денег было, да, вот лучше отдали, Ну, это зуб за зуб. Россия напала. Так и пусть получает то, что захотели сами. Правильно делают. Может быть, где-то у кого-то голова повернется правильно думать. Не лезть куда не надо. Это было очень даже хорошо, чтобы все вот эти люди, которые там были, сюда, их сюда прислать бы и вот выдать им броники, каски и побегать так же там в окопах с пацанами, Ну, справедливо было, что так получилось с ними, что взрыв произошел именно там, где и должно проходить вообще все эти боевые действия. Потому что они отправляют нас, простых людей, сюда умирать просто за 200 тысяч, сами жируют, а своих детей отправляют за границы, прячут. Правильно, я бы сам этих олигархов все попы разбивал бы, потому что народ бедствует, есть нечего, посмотрите, квартиры дорогие, ничто не купить. Вон сколько уже всех бичей уходят, ему просят деньги, побираются, а вы там жируете. Правильно все сделали, вас надо сюда. Мне 29 лет, я за 29 лет не увидел, что у нас дорогу хотя бы просто асфальтом накрыли. Ну или песком хотя бы что-то разровняли. Просто ямы. Ну ничего нет. Абсолютно. У меня бабушка умерла. На нее, по идее, писали, что должны выплатить там деньги на похороны. В итоге выплатили 3 тысячи. Когда просто один гроб стоит 70. Просто... Но это несправедливо, абсолютно. Рублевка тоже там, они относятся к людям, как, не знаю, как к скотинам каким-то. Вот туда надо тоже херачить несколько ракет, хотя боялись бы, хотя, а не то, что спокойно ходили, сигар курили, коньяк пили, за миллион, который покупают. А люди бедняют за это. Огромное социальное неравенство. То есть мы, как получается, за них все делаем, а они будут просто сидеть и дальше просто жить в кайф и не париться. А люди будут за них гибнуть и... Вся вот эта вот губернаторы и все такое, а шишки большие, все сидят именно там. А на другие страны им абсолютно пофиг. Деньги есть, яхты есть, самолеты есть, все есть. Что им еще надо? Надо и вот таких, как мы, им отправлять непонятно куда, не пойми зачем. Несправедливо. Пазы жируют, там сидят, икру жрут красную. Здесь нас отправляют. Вообще просто мясо нас отправляют в окопы в эти. Сидишь, сышь, бутылки, ему не выйти. Здесь некоторые вообще 2-3 дня и все. И валяется трупом. И так и в поле, и так валяются, гниют. Даже не вытаскивают их. Не знаю, как вытащить потом. Их сюда их всех нагнать, этих богачей, пускай воюют, если хотят. Может быть, это было бы к лучшему. Побывать им здесь. Да, Рублевка читает совсем там, как я слышал, они бедствуют, у них зарплата 20-15 тысяч, а вы там на Рублевке, на коттедже трехэтажные, на мерсах гелики у вас. Услышал, я сразу сказал, что правильно, им так и надо. Нет, к сожалению. Ну, а чего сожалеть-то, если люди как бы сидят, а ты здесь? Что их жалеть-то? А нас кто сожалеет? Я не думаю, что они нас сожалеют. Нет. А что мне им сожалеть? Я, наоборот, хочу, чтобы вообще не стало. Нормальных людей взяли, справедливых, которые не только заботятся о себе, о своей семье, а которые, вот, народ, чтобы у всех было просто равенство. А не только в одной Москве, ну и Санкт-Петербург. Да, они сейчас отстроятся, опять их надо